Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Щитас, Рекер, Фишмен, Данжен Черри. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас очень классная серия, потому что мы будем играть на карте Спанч Боб. И очень крутая рубрика, которую я придумал за минуту до записи. Будет называться «Аниматроники против Чужого». Все написали еще давно, кто же сильнее. Давайте выясним. Я буду сегодня играть за Чужого, а 5 подписчиков будет играть за аниматроников. На ихней стороне моментальная смерть, на моей стороне скрытность и тактика. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. О, отлично, хорошая тактика. Так, сожрали, давайте закроем двери. Они же меня как, могут убить только на прямой луч? Отлично. Первый пошел, ребята, очень нравится мне эта тема уже. Круто. Как оказывается... Как ты меня убил, молодец. Красава, я просто в доли секунд... А, я живой! А, я не живой. Ты меня убил. Так, пока мисс 1-1, но я при этом съел двоих аниматроников. Так, будем высмыкивать по очереди. Можно по всему... А, марионетка, я тебя сейчас съем. Маринеточка моя маленькая. Мне по рандом можно начать. Я же говорю, марионетка, ты будешь моя. Трекер, ты должен был не так заступаться за него мощно. Я ванал. Блин, оказывается, они тоже так неплохо там мочат. Так, давайте будем по очереди их. Так, это кто у нас? Скраббэйби, ах ты моя маленькая. Побежала, побежала. Где, кто там? А я вот возле вас летаю, вы меня не видите? Слушайте внимательно. Слышь. Классно. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, стараемся поднять вам настроение, записать крутые режимы, скоро 1 000 000 на канале, давайте добьем уже, осталось 8000 подписчиков, даже, наверное, 7. Ты видишь меня, на столе лежу? Я сейчас хочу высмеять, о, я вот так сделаю, я знаю, что я сейчас сделаю. Отлично, сожрал, четко, отлично. Так, давайте высмыкивать дальше будем. О, побежал, побежал. Так, знаете, мне нравится одна фишка. Вы когда бегаете, я слышу ваши громкие шаги металлические. О! Во-во-во, Вильям Афтон. Так, 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 никого нету. Сейчас я тебя со спины. Это я. Так, стойте, стой, ну что, нужно не двигайся, я хочу тебя замочить. Нет, не трогай. Аккуратно, аккуратно, внимательно следим. Ну куда ты идешь? Ты руку свою ищешь? Я вылажу, готовься. Раз. Нет. Слышишь? Это твоя смерть. Я слышу, я слышу тебя. На. Так. Я знаю, что это очковенько. Фунькс, я успел. А так они хотели за своего заступиться, чувака. Ну что, давайте, я убил вашего друга. О, две скраббэйби. Как вы думаете? На корабле где-то сзади. Я успею. Слышно? Я пришел на твое место смерти. А, сожрал еще одного. И еще. Блин! Отомстил. Молодец. Блин, молодец. Я ж немножечко дернулся, если честно. Напугал, напугал. Так, я же запетерялся, что я хочу сделать. Так, давайте мы сделаем... По красоте. Сейчас мы выследим какого-то одного челика. Я даже скажу его никнейм. Так, давайте мы выследим. Рекер. Рекер, готовься к смерти. Я тебя сейчас буду мочить. Рекер, так, ты где? Я тебе помогу. Рекер начинает убегать от меня. Ах ты, сыкун. Боишься? Я знаю. Я тоже сыкаю. Рекер, я рядом с тобой 2 месяца есть. Не-не-не, тогда придется убить вас двоих. Давайте по одному тогда. Так, хорошо, я появляюсь. Готовьтесь. Красиво, да, было? Согласись. Не, ну видишь, я... А, я не того убил. Блин, я же Рекера должен был убить. Вы одинаково взяли скины, я запутался. Чисто, ладно, ты что, слушай, хочется. Ну я ж сказал. А, я не успел? А как? Я думал, что если идет анимация, я уже должен вас замочить. Ты куда ушла? Я ж чужой. Ищу вашего еще одного напарника.
А его нету нигде. Это вы как заскриптованные, что ли? Он где-то рядом. Я сделаю другую тактику. Я сделаю другую. О, отлично, скраб-бэби, скраб-бэби, моя жертва. И тикать. Да не, давай, иди сюда, я тебя жду. Я жду в той комнате, откуда ты меня хотел убить. Давай, иди сюда. Так, ребята, выбираем вот такую тактику. Тактика очень классная. Да он на кухне. Я на кухне, я на кухне. Не заходите. Мне нравится. Да ты... Да что ты, я ничего не сделал. Я спавнюсь, меня убивают. А, я знаю, тут же спавн. Давайте в другой комнате будем. Так, я в Красти Краб, я жду вас. Я застрял, как мне выбраться? А где ты застрял? Я иду к тебе. Может, пошли раз на раз. Давай, один на один, чисто, ПВП. Давай, этот, иди около корабля. Так, иду, иду. Так, я возле корабля. Да я вообще могу я в корабль? Я иду, я... Хорошо, давай. Все, видишь меня? Выйди из невидимки. Ай-яй-яй, я был невидимкой. Да ты меня убил, я был на корабле. Ну что ты? Короче, я тебя убил, понял? Ты пришел ко мне, и я не смог мне противостоять, я тебя замочил. Кто еще возле корабля? О, я сейчас убью Лефти. А я иду, иду на работу в пиццерию. Да я не надо, ты меня уже убил. Да не, я просто хочу тебя, ты такой вкусный. О, сиди на жопе ровненько, я сейчас иду. Так, кого же убить? Давай, я жду. А, блин, я дернулся! Ты что, убил меня? Ты меня увидел, да, все-таки? Блин, это было круто. Я услышал. Так, подожди, он что-нибудь... А, он тпхаться может, стопуст. О, хорошо, стой в воздухе, я тебя сейчас съем. Да, попи... А я заиграю за чужого. У меня 8 смертей. Все-таки подловил. Я знаю, как хотел вокруг вас бегать, чтобы убили друг друга. Так, отлично. Кого же сейчас высмыкнуть? Я Лефти. О, Лефти. Лефти. На работу в пиццерии? О, нет, этот стоит на шухаре специально, рэкер, чтобы меня убить. Поэтому я убью тебя, шухариста. Все же... Эй, ты пыхнулась. Нет, не ты тп... Он где-то тут. Я знаю, что я сделал. Надо, короче, появиться внутри. Я внутри, давайте, идите сюда. Внутри я. В Красти Крабе. Опять твоя ловушка? Крабсбургер, короче, кушаю. Ну, а как ты думаешь? Конечно, моя ловушка. Блин, почему я застрял в текстурах? Я впитался, как жидкий металл. Хорошо, давайте, засада не удалась, потому как расстояние. Я думал, что я смогу на этом расстоянии вас убивать, но я не могу этого сделать почему-то. Делаем, да, другую тактику. Ты когда-то куда-то зовёшь всех, кто вообще приходит, тебя убивают. Отлично! Самого хитро Жукова убил. А вот теперь я буду вот тут сидеть. Во-во-во, отличная нычка. Просто великолепнейшая. Ну. Сверху я тебя видел. Видел, да, меня? Ах ты крыса. Как я. Ребята, ребята, сидим четко, тихонько. Так, еще один завертейшн. Я приду. Ты придешь меня? Ну давай, я как раз кушать уже хочу. Это ты пришел? Отлично. Хорошее место, мне нравится. Ждем. Угу. Лефти. О, все-таки замочил, все-таки замочил. Анимация. Ты
ты, у тебя лучше брать не Аудуо, потому что у него анимация не долгая. Пацаны, короче, у вас есть последний шанс спасти свою жопу и эту карту. Я сейчас, пока это говорю, на карте ныкаю бомбу мощно. А вы должны ее найти. Давай, чё? Время пошло, вы должны ее уже искать, мощную бомбу. Ищите в Красти Крабе, в корабле я буду снизу. Давайте, давайте. Вот, это бомба. Я ее даже активировал. Я слышал, он где-то в Красти Крабе. Ух ты! Как жахнуло, прикольно. А кто взорвал бомбу? Я ее не взорвал. Эхе, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!